Вода от порога, видите? Она, конечно, уже сошла, не тот уровень, который у нее был здесь, но вы посмотрите, вот она уже, вот она вода, вот. А там она больше, больше и глубже. В прошлом году два слива были забиты, и их не прочистили. В этом году начались проблемы в связи с осадками большими и прочее. Первый раз, когда нас залило на Масленицу, представляете, когда еще холодно, когда еще все замерзшее. И к нам также люди не могут попасть, потому что внутри у нас все залито водой. Плоть бывает до 50 сантиметров внутри. В парке находится дождеприемник, который принимает непосредственно дождевые воды, попадающие в парк, а также в центральной площади. На сегодняшний момент в результате выпадения обильного осадков произошло его заполнение. Более того, тот спускной коллектор, который с этого дождеприемника отпускал воду, он у нас на сегодняшний момент забит, находится в аварийном состоянии. Приятно, конечно, хотелось бы, чтобы воды не было. Сейчас обходными путями как-нибудь где-нибудь, может, там воды, водички нету. Здесь для отдыхающих, для людей, для их детей, внуков проблема. Они не могут пройти на сделанную «Единой Россией» площадку, где гулять. Подписывайтесь на открытый канал. Еще больше новостей на fnvolga.ru. Мы не боимся говорить правду.